Здорово, танкисты! Всем привет, с вами Серега, с вами Индомит. И сегодня у нас очередной обзор танков нашей любимой игры World of Tanks. Сегодня у нас на обзоре средний танк, снайперский, да, снайперский танк. Чири 7 уровня, вот, Япония, проходная, прокачиваемая ветка. Ну и давайте с вами разбираться, хороший или плохой танк. Сейчас все узнаем. Вот, ну, конечно же, сначала пойдем посмотрим бронирование Чири. Гоу! Итак, вот наш Чири, смотрим броню, причем очень быстро. НЛД 66, рикошетит под хорошим углом, но кто вам туда будет стрелять? А вот эта вот часть, ну назовем его центральная часть между НЛД, либо ВЛД, я даже не знаю, что это такое, ну неважно, 76, вас пробивает все. 33 мм пробивает все, 76, 73, 29, 77, 38, 88, здесь 98, 151 в маске орудия ствол, люк 80. Короче, не стреляйте этому танку в маску орудия, а в остальном стреляйте куда хотите, вы его пробьете всегда и везде. Вот. А боковой бронирование 35, ну, сами понимаете, о чем там может, как он там может что-то танковать. Вот, ничего он там не может, кусок говна по броне, все. Так, с броней разобрались, ее здесь нет, кроме как в маске орудия. Иногда что-то можете там зарикошетить и не пробить. А быстренько смотрим модули. А безумное количество пушек, вот стартуете вы на танке 7 уровня со стоковой пушки 5 уровня, но это жесть просто, пробите сами, видите, 125-155, дальше даже смотреть нечего. Вот 155, 108,6 на пушке 6 уровня, ну жесть. И все равно, как бы вы тут ничего, вам топовую пушку для танка 7 уровня дает от танка 6 уровня. Вот такая вот нищая альфа, барабан на 3 снаряда, 155-186, соответственно, голда, обычный снаряд, ДПМ почти 2К, сводится, конечно, колоссально быстро, точность действительно неплохая, действительно снайперский, но нищая альфа и нищая пробитие. Вот, а обязательно, тут пофиг какая башня, прокачайте топовую, ну и флаг вам в руки, сильно вам это не поможет. Вот, а, конечно, рацию вот нужно качать. 400 метров, 750, это самый важный, наверное, модуль для этого танка, потому что все остальное это дерьмо. Вот, а топовый двигатель 550 лошадей, 500, ну плюс там 7% подвижности. Ну и ходовой тоже вам желательно прокачать, потому что танк очень медленный, на месте крутится плохо. Ну, короче, такое себе. А здесь, значит, во втором блоке вот это качаем, легкосплавные узлы. А здесь качаем прицел, будем еще более точные, потому что сведение у нас и так 1.56. А в пятом блоке качаем антибликовую маскировку фар. Хотя нам тоже это сильно не поможет, потому что танк просто огромный. Просто огромный. Он... истинный японский танк, только это не тяжелый, а средний. Вот, по оборудованию ставьте обязательно в основной слот на подвижность турбину. Без он с турбины-то еле едет, а без турбины тут вообще ловить нечего. Обязательно просветленку, чтобы светить самому себе, ну и, конечно, ставьте досол. По снарядам у нас что голда, что основной снаряд, это бронебойные, летят вот такое, 821. То есть все, что меньше 900, это ну такое. По снаряжению ремка, аптечка, автоматический огнетушитель, я поставил до паёк, экипаж, 5 членов экипажа, смотрим, что у нас с УВН, кстати, по экипажу перки вы сейчас в табличке видите, с УВНами у нас все хорошо, 10, но чем нам это поможет, да, где-то там от УВН поиграть с такой броней в башне, ну, сами понимаете. По ХП 1250, стандартный параметр, 47 с турбиной вперед, 21 назад, 47 я ни разу на спидометре не видел, максимум 44-45, иногда 46, 14 лошадей на тонну удельная мощность. Вот по незаметности, ну какая тут может быть незаметность, у меня перк, конечно, у экипажа не вкачан вовсе, я его обязательно позже прокачаю, но он высотой, это танк с 9-этажный дом, о какой незаметности тут можно вообще что-либо говорить. Вот, по обзору, кстати, более-менее, 445 метров, но это, опять же, с просветленной оптикой. Вот, по плюсу и минусу машины. Танк огромный, он просто огромный.
Это минус. В сочетании с тем, что здесь абсолютно нет брони, вообще, вот эти размеры, это второй жирный минус. Подвижность его без турбины жирный минус, а с турбиной просто минус. Идем дальше. По незаметности, сами понимаете, все мы уже смотрели, а ее тут нет. По обзору, стандартный, в принципе, параметр с просветленкой 4.45, как для СТ, ну, это стандарт. Ни плюс, ни минус, обычно все. Вот. Ну и по пушке. УВН есть плюс, медленные снаряды минус. Сводится быстро, разряжается барабан быстро, точность есть, это плюс. Ну, по пушке больше плюс, но все это перечеркивает, все эти плюсы, которые я там озвучил, перечеркивает его нищая альфа. 130, который, кстати, достаточно редко выскакивает. В основном это 110, 105 и что-то подобное. То есть вы даете барабан, нанесли там 300-350 урона, не больше. Вот такая вот кусок говна. Едем, берем этот кусок говна, отправляемся в бой. Так, попали на перевал. Чири у нас, средний танк Японии 7-го левела, кусок дерьма. Вот, и где же нам воевать? На направлении тяжелых танков бесполезно ехать. У нас слишком слабое пробитие. Нищая альфа. Барабан на три пульки. Здесь мы можем только перестреливаться где-нибудь на левом фланге. Но наступать оттуда по первой линии тоже невозможно. У нас вообще от слова нет брони совсем. Ну что, сейчас будем импровизировать. Уничтожим их. Размер у нас колоссальный. И по высоте, по всем габаритам. Сейчас на перекатке нам все лицо разобьют. Наверное. Ну, должны, во всяком случае. Сюда у нас особо никто не поехал, поэтому мы тоже не поедем. Просто это не нужно. Ну что, у нас никто сюда не поехал. Это все. Поехали на направление тяжелых, и ПТ-шки все встали постоять. Постоять все встали. Аккуратненько. Как я его пробью? Это нереально. Это нереально. Мне надо возвращаться, у нас на мосту все хреново. Делать тут нечего, все тут не наступать, ничего не будет. Нищий танк. Это мне нравится! Получи! Миленько!
перестроили слегка барабан, слегка. Это мне нравится! Получи! Так, забрали. За руку на приклад. Уже что-то. Уже что-то. У нас победа. Офигеть. А мы 700 настреляли, да? Мы на 700 настреляли. Это все, ГГ, ничего мы тут больше особо не настреляем. Чифтейн сейчас отлетает. Его там просто разорвут, загрызут. Вывел его из строя. Напихали. Хорошо пошло. Все, поиграл итальянец. А нет, с базы даже не съезжают. Стали-то. Вон и Сташечка. Придется туго. И этому конец. Да. Ну, косарь настреляли, 900 насветили. Ребят, 2К сумма. Да. На инвалиде. О, там. Видали? Скорпионы, да. Ну все. 2К суммы для семерки здесь в этом бою против 8. Это супер результат. Хотя я как инвалид полбоя по карте катался. Мне он очень не нравится. Да, он быстро выдает барабан. Но альфа нищая. Пробитие нищее. На нем играть на обычном типе снаряда это удовольствие такое сомнительное. Вот, подвижность такая тоже. Тут у него все такое, брони нету. Нигде агрессировать вы на нем не сможете. Вас будут пробивать все. Поэтому вот лично мое мнение по этой машине, ну, как правильно-то выразиться, дерьмо. Огромное, картонное, кусок дерьма. Вот. Пишите свои комментарии по этой машине, господа. Какой вы на ней использовали. Я уверен, что вы все его продаете с ангара, когда проходите вверх, потому что оставлять этот валенок в ангаре, занимать даже хотя бы место, да, слот, это уже преступление. Вот. Ну, может, я просто не умею его готовить, но, как по мне, по пятибалльной системе 2 с минусом. Вот, ну, реально, ужас. Ставьте лайкосы, подписывайтесь на канал, я говорю, до скорых встреч, пока. Играешь в танки? Подписывайся на мой канал Индомита Вот и обязательно прожимай колокольчик.